Здравствуйте, я Дмитрий Неумоин и куратор Балашихинской, куратор фотографий или фотовыставок Балашихинской картинной галереи, и со мной Ирина Зубарева, корреспондент Балашихинской газеты «Факт». В данном случае мы хотим поблагодарить сообщество фотографов «Позитивный взгляд» города Калуги за то, что они пригласили нашего фотокорреспондента Ирину Зубареву, и она участвует в выставке, которая сейчас проходит или организовали калужане. Какая выставка? Выставка «Время героев». Там у меня 4 работы, которые я снимала осенью прошлого года. Вот. Тем более, нам приятно, что он, конечно, наш ведущий фотокорреспондент, представлен и в Калуге. В свою очередь, дорогие калужане, дорогие победители, которые победили в прошлогоднем Балашихинском фестивале фотографий, взяли гран-при, мы вас приглашаем в очередной раз этой осенью на наш Балашихинский фестиваль участвовать, и будем рады видеть ваши работы. И милости просим, и спасибо большое за такое подвижничество и участие, где вы показываете не только калужан в своей выставке, но еще других фотографов, других авторов, других городов. Эти связи культурные очень ценны. Мы, конечно, это видим и с большим удовольствием в прошлый раз смотрели на ваши работы и будем надеяться, что вы будете участвовать, надеяться увидеть еще одно представление этой, как скажем так, группы авторов под названием «Позитивный взгляд». Спасибо вам большое.